Декабрь в Приморье отметился аномально высокими температурами для этого времени года. Лед, который уже начал устанавливаться на водоемах края, вновь разрушается под воздействием плюсовых температур, что делает выход на него особо опасным. Теплая погода и непрочный лед не останавливают приморских рыбаков. Люди все равно ведут себя беспечно, жители края десятками, а затем и сотнями продолжают выходить на лед. Министерство ГО ЧС по Приморскому краю предупреждает об опасности нахождения на тонком льду. С начала декабря на территории Приморского края стартовал месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период, в рамках которого сотрудники МЧС России проводят усиленную профилактическую работу среди населения на территории всего Приморья. В ходе мероприятий проводят профилактические беседы с гражданами, которые выходят на лед. Особое внимание уделяется детям. Проводится работа по недопущению выезда автомобилей на неокрепший лед в несанкционированных местах. Сегодня мы провели профилактические беседы с рыбаками на острове Русский, вручили им памятки и напомнили телефоны экстренных служб. Стоит отметить, что толщина льда еще не достигла 10 сантиметров. При данной толщине находиться на льду опасно. Добавим, что нынешние погодные условия не способствуют нарастанию льда. Днем столбик термометра поднимается выше нуля.